Смоленская земля на протяжении многих веков прикрывала Москву и восточные районы страны от нападения врагов Запада. А в годы Великой Отечественной войны Смоленщина оказалась на пути сил фашистского вторжения. 10 июля началась одна из крупнейших битв начального периода – Смоленское сражение. Оно продолжалось до середины сентября 1941 года. Одно из множеств полей противостояния того времени находится недалеко от Десногорска. Мы находимся всего в нескольких километрах от села Богданово. В августе 1941 года именно на этом месте бойцы 109-й танковой дивизии попали в немецкое окружение и отдали свои жизни. Точное количество погибших до сих пор не установлено. В 2018 году в этом памятном месте появился мемориальный знак – поклонный крест. Он был установлен по инициативе Совета ветеранов Смоленской АЭС. Тогда же совместно с волонтерским движением города было принято решение и дальше благоустраивать территорию. Сегодня, в апреле, в преддверии праздника 9 мая, конечно же, мы с серебряными волонтерами организовали акцию по благоустройству памятных захоронений. 22 апреля в рамках единого дня волонтера 30 саженцев молодых деревьев стали основой будущего парка памяти. Состоять он будет преимущественно из хвойных деревьев, вечно зеленые. Они символизируют бессмертие и храбрость защитников Отечества. У нас будет аллея скорби, с детьми приедем, посадим. И души солдат, которые здесь до сих пор витают, значит, будут уже в тени. И знать, что их, про них не забываем. И помним. Благодаря трудам энтузиастов это место уже стало достопримечательностью. Сюда приезжают как местные жители, так и гости Смоленщины.